Дорогие друзья, дорогие подписчики, поздравляю всех с наступающим Новым годом! Сегодня мы с вами поиграем в мод на игру «Как достать соседа», который называется «Как достать соседа New Year». Это новогодний мод, причем он полная версия, все три сезона они новогодние. Сегодня будет полное прохождение, вот 31 декабря, как раз таки Новый год, вот скоро уже 2021. В общем-то говоря, мод этот прислал один человек с ником Амуд. Сразу извиняюсь, неправильно произнес. Его зовут его Максим Никоноров. Вконтакте мне скидывал этот мод. Большое ему спасибо за это. В общем-то говоря, что это за такой мод? Выглядит очень красиво, новогодний такой. Давайте начнем даже с пилотных эпизодов посмотреть, что. Блин, нифига как качественно сделано-то. Автор очень хорошо постарался. Перерисовал вот одежду Вуди даже. Автор молодец. Ого, спасибо за отсылочки. И здесь есть Зелеэл. Офицел Зелеэл. Канал Максимадзе и Эндрю Сэм. Еще и Эстер Эк, наверное, какой-то. Да, вот единственное, вот что, вот напрасные хлопоты с этим венком. Можно было их не рисовать. Потому что они исчезают, то появляются. Это как-то не очень как-то красиво, знаете ли. Музыка, которая сейчас играет. Она из... Как достать соседа на андроиде. Была одна версия такая, где был доступен только первый сезон. И под Новый год там выходило специальное обновление, где играла такая музыка. Музыка из главного меню была другая. И мне она, честно говоря, нравится больше, чем ту, что я слышу, вот, услышал в этом вот новогоднем моде. Но тем не менее, автор неплохо постарался. Вот этот вот интерфейс абсолютно идентичен той версии. Вот этот новогодний шар, вот это все остальное, вот это также выглядит абсолютно. Вот здесь ограничений по времени в той версии не было. Вот здесь никаких точек, вот этих циферок не было. Автор даже вон курсор перерисовал. Очень красиво, кстати. Ах, извините, у меня нос заложен. Как всегда, на самом деле. Поехали. Тут это описание все такие же. Вот здесь. А, ну тут из-за камеры вы не увидите, ладно. Ого, подарков-то сколько. Музыка, как мне автор сказал, музыки из меню той нету, потому что он ее не нашел. Я вытащил из Android версии эту музыку, ему скинул, но он решил оставить ту, что есть. Это его право и ничего страшного. Главное, чтобы на ту музыку не было авторских прав. Блин, музыка прекращается, когда на цыпочках ходишь. Не очень это радует, на самом деле. Но уровни, судя по всему, не изменились. Чисто изменилось это самое. Как его там? Украшения появились. Новогодние. Ну, той самой новогодней версии у Вуди, кстати, была. У Вуди был не синий, а красный кофта. И полоска вот эта была синяя.
Автор пытался сделать что-то похожее, и у него получилось неплохо. Да, и действительно, автор пытался сделать очень похожим на ту самую новогоднюю версию для Android. Вон даже снег, вот эту вот улицу, вот так же видно, вот так, такой же снег. Окошки здесь видно, не очень хорошо, но и видно. О, варежка. Клей по-другому здесь выглядит. Да, варежкой надо антенну скрутить. О, мне нравится, что надо так сделать. Можно не вылезать, было, ну ладно. Прошли этот уровень. Неплохое начало. Утилиэкрана. Наверное, не буду описание читать, потому что оно тут идентичное абсолютно вроде бы. Да, вот тут снег, он такой вот лежит. Не очень какой-то реалистичный, но тем не менее. Опа, а запертая аптечка, а где взять ключ? А, отлично. Шапка новогодняя лежит, прикольно. Так, идем крутим антенну. Чтоб пройти на 100%. Да, вот здесь сливается немного красный цвет. Mm-hmm.
Так, прошли второй уровень. Так, что у нас дальше? Сюрприз ко дню рождения. Блин, извините за нос, но, блин, я не знаю, почему это... Вечно. Ой. Так, маркер тоже по-другому выглядит. Так, в аптечке я помню, что нет ничего, я даже смотреть не буду. Хо-хо, мамаша тут есть, ничего себе. Но она совершенно не двигается и вообще выглядит как картон какая-то. Елка, елка, кстати, елка очень красивая, мне нравится. В Android версии на этом уровне была тоже елка. Она была не такая красивая, но зато она мигала. Мигала, и это было очень прикольно. Так, я же все сделал, да. Все сделал. Короче говоря, яблочный пирог у нас дальше идет, уже второй сезон, кстати говоря, открылся. Ну, судя по вот этим картинкам, он не один мод. Ему там помогали еще. Автору. Блин, как мне нравится эта музыка, что играет на фоне. Че музыка-то прекратилась? Ну сейчас возобновится, да. Эх,
Снеговик даже есть, ничего себе. Ну, здесь вот чуть-чуть кривовато получилось, но тем не менее. Блин, хоть бы читал, что написано, реально. Она же такая черная, а не белая. Хорошо, прошли эту дурень. Футбольные баталии. Ярый футбольный болельщик. Ну, посмотрим. Че себе подарков у него навалено. Еще кресло красное какое-то. Это кто же ему столько подарков-то надарил? Вряд ли бы мамаша бы столько бы ему надарила бы. Че все украшения у него здесь? Нажал на паузу, чтобы музыка возобновилась. Так, берем телефон. Берем фломастер. И пишем офигенные ноты. Давай сыграй. Так, ну и осталось еще набрать, сейчас он мячик запульнет. Блин, офигенно. Why not to let us say it alone?
Так, банный день. Ну, давайте посмотрим. О, он еще и ночной. Ничего себе. Снег, правда, какой-то яркий снег. Прикольно, прикольно. Окошко вот это вот кривоватое немножко, конечно, но оно хотя бы ночное, в отличие от Куди возвращается, где в этом уровне было дневное почему-то окно. Ну, вот здесь, правда, осталось окно дневное, вот здесь. Наверное, оно не очень заметное. Куда. Но вот в ремастере и в консольной версии тоже вроде бы. В консольной версии вот это вот окно тоже ночное. Я прям помню это дело. Да что такое? Музыка опять прекратилась. Ничего себе, какие он гирлянды натянул. Пустая бутылка. Надо чем-то ее наполнить. Понятно. Давайте начнем портить ванну сразу же. Почему? Я не фломастер, я бумагу туалетную вообще-то сейчас применял. Не будем пока применять шарики для ванны. Надо, чтобы он к микроволновке подошел. Что там, снега нет? Ну ладно. Это не страшно. Ну и давай, сделай хороший пуль. Так, ну и напоследок конфетки остались. Здесь дверь немножко криво стоит. Отлично, отлично, отлично. Первый сезон мы с вами прошли. Теперь переходим ко второму сезону. Искусство требует жертв. Тут все уровни. С новогодней атмосферой, так сказать. Вон.
Вот, кстати, заметьте, я вот играл в эту. И вот на недоработку вот на одну наткнулся. Вот, обратите внимание, вот здесь вот пасмурная погода. Вот здесь. А тут внизу ясная уже. Это как-то странновато очень. И здесь кусок, видимо, от ясной погоды, а может и нет. Блин, бесит вот эта музыка прекращается. Давайте сразу пакостить начнем, почему бы и нет. Да блин. Не повезло, не повезло, не повезло. Ладно, сейчас попробуем еще раз. Видимо, торопиться нельзя. Сколько он этих вазок уже сделал, а? Вот сейчас успеем. Привязал голубя, блин. Блин, обожаю вот эту пакость, вообще обожаю. Не стоит голубей вот так держать на него. А что тебе не нравится-то? Вон горы красивые. Горы это лучше голубя, мне кажется. Хотя фиг знает, сам я. Абстрактная картина. Это горы какие-то, по-моему. По 100% включен. Солнечное утро. Короче, не будем это все смотреть. Ух, нифига себе, тут уже лоджия, а не балкон какой-то.
потому что вон окна теперь тут. Прикольно автор сделал вот с окнами. Бесит, что музыка прекращается, когда... Это самое. На цыпочках ходишь. Интересно, а как сосед собирается загорать-то здесь? Солнышко теплого-то нет? Блин, опять музыка притихла, ну ладно. Снег такой падающий, только без анимации. Наверное, я землю прям сразу же сюда, это самое, высыплю. Так, яд от сорняков в леечку давайте. И мед сюда. Не знаю, как соседу, а пчелам точно понравится, да. Красивые зубы. Так, кнопочки есть, мед есть, яд есть. Все, что, все, мы все сделали, получается. Крем от загара, зачем яркого солнышка жене? Все за окном. Хотя, может, там солнце и через такие окна солнечные лучи проходят. Кто знает. Так, ну и все. Маленькая хрюшка. Давайте посмотрим. О, он тоже ночной. Прикольно. Аптечка, по-моему, пустая, но я все равно проверю. Пустая, да. Печеные чипсы. Я хотел бы такие попробовать.
Что это за музыка играет? Чуть снег какой странный. Кошка тут дневное, но его, мало кто замечает, в принципе. Что-то тут ножки, стола нет, и кусок вообще стола какой-то. Чипсы настолько перчены, что от одного взгляда на них слезятся глаза. Не знаю, я бы рискнул. Наверное. Но если сосед ты их купил, то явно же, чтобы их поесть. Хотя, может быть, он их попробовал, и ему они не понравились. Как он ужасно храпит, да? Ну и все. Нифига себе, попугай огнем дыхнул на него. Да, пикничок на балконе. О, еще отсылки. Прикольно, мне нравится. Отсылки те же самые. Нравится автору, спасибо за отсылочки огромное. Падающий снег. Да, и мой канал, особенно в рамочке, блядь.
так прикольно. Ладно, пускай идет наверх сначала, а мы след за ним. Пожаришь шашлык зимой — это такая тема. Не, ну это нормально, нормально. Пожарить зимой шашлык — это хорошо, не спорю. Только сосед в майке и не замерзает совершенно. Спирт для растирания. Подпорка к лицу. Камера загораживает. Я банановую кожуру забыл положить. Отлично, еще одна золотая статуэтка. И на... у нас остался наконец-то третий сезон. Большая стирка. Погнали. Немного. Вот что-то тут я не помню, есть что-то в аптечке или нет. Опять мамаша здесь. Не, нету. Которая не двигается. Хочу отвлечь соседа. Ничего себе, компьютер у тебя, слышь? Ого, ничего себе, даже круче, чем у меня компьютер. В натуре, бля. Мамаша еще и сидит в кресле, массажном кресле из консольной версии. Сочи.
Так, давайте надрежем пылесос. Провод сюда. А, надо кино и плоскогубцы взять. А, стиральный порошок забыл. Сейчас положим. Всегда думал, что это шапка никуда достает. А из ремастер-версии становится ясно, что это трусы были. О, косячок есть вот здесь. Косячок. Ну ладно. Я не сразу заметил его, причем. Давай, давай, иди рыбу корми быстрее. Теперь бие выглядит еще хуже, чем до стирки. Да, птицы обосрали все. Что у нас дальше? Утренняя гимнастика. Потом почитаю, что нам прислали. Чуси аквариум. Mm-hmm.
Ух, нифига, у него кошка, что ли, здесь? Нифига себе, блин. Так, как обычно, пакостить мы начнем вот отсюда, с книжки. Ай, блин, я забыл взять эту корм. Не корм, а это стероиды я взять забыл. Блин. Ладно, на 100% мы это уже не пройдем. Ладно, заново не буду уровень начинать. А, вот, господи, что-то потерял. Это что такое было? Еще и лужа здесь, ничего себе. Кошка у нас спит, блин. Ха-ха-ха, прикольно. Так он головой в лужу. Ничего не стало с ним. И вновь он наступил на оголенный провод, и ничего ему от этого не стало. Эх.
Так, ну и последняя пакость, это вот скорм для рыб силачей, блин, название. Ссылка на скачивание этого мода будет в описании, разумеется. Сказать забыл. Можно было и в конце видео сказать, ладно. Так, осталось два уровня. Ла-мастер у нас там дальше идет. И музыка останавливается тут же. А, ладно, пусть идет. Потом лучше сделаем. С кранами, с этими, со всеми. Когда на сыпочках ходишь, почему-то на некоторых уровнях играет музыка вот эта вот грустненькая, на некоторых нет. Странно немного. Интересно, вот откуда тут снеговик, интересно? Он же... Не может же быть на балконе так много снега, чтобы можно было бы снеговика из него сделать. Блин, не... Жалко, что шарики здесь положил. Мне кажется, сосед вот по этой стороне не пойдет. И толком шарики не сработают. Сосед всегда ходит отсюда, отсюда, вот так. Туда он не ходит никогда. Сосед пройдет через шарики. Блин, ну ладно. Если только собакой отвлечь. Единственный вариант, это собакой отвлечь его. Только тогда можно. И сейчас мы это сделаем. А что тебе не нравится? Ты же собрал неплохое творение. Блин.
Так, вот сейчас сделаем отвлекающий маневр. Так, во-первых, за музыку врубай. Сет пытается сотворить из этой кучи мусора что-то стоящее. Слишком туп, чтобы разобраться в инструкции, да. Теперь у нас полно времени, чтобы закрутить кран. Тут тоже лужа. Ух, сколько же я время на прохождение-то трачу уже. Больше часа по-любому. Ролик будет долгий, ну и пусть он будет долгий, ладно. Ну и последняя пакость, это здесь. Ой, я уже устал на самом деле. Ух, наконец-то последний уровень остался. Я уже устал, честно говоря. Сезон охоты, блин. Опять музыка притихла. Блин, там провод лежит. Ладно, надеюсь, ничего из мусорки нам не понадобится, чтобы напакостить в этой комнате. Блин, я забыл ящик сдвинуть. Врубай музыку, я тебе сказал. Я на цыпочках хожу же, вот почему музыки-то нет. Так, осталось применить клей. И крысу.
светящаяся крыса здоровья. Так, ну давайте не будем вставлять пробки, чтобы посмотреть, как будет заниматься. Когда просто... Он зашел. Чтобы посмотреть, как будет это. Просто выстрел будет. Холодильник, кстати, корявый какой-то, вот честно, немного. Во-первых, он открытый, полуоткрытый, кусок двери открыт. Ну и все, наконец-то все сделано. Ну и давай, выстрели хорошенько. Давай, салют. Честь победы над этим модом. Ух, наконец-то прошли мы это дело с вами. Капец, я устал его уже проходить. Ну что ж, ребята, вот такой вот мод интересный, ссылка на него будет в описании. Автор молодец, постарался очень хорошо над ним. И 31 декабря, вот самую тему, наверное, его снять. Ну что ж, друзья, всех с наступающим Новым годом. С вас всех, это самое, с вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал, на группу ВКонтакте тоже. Еще раз всех с наступающим и всем пока.